Производство 8-й месяц падает стремительно в пропасть. Рейтинг Гончарука у нас 6%, доверие рейтинг. Это вообще смешно. Дякую вам, пан Олексій. Ну, ваша візаві зачепила тему. Бізнесмен, можливо, двічі можна в одну річку увійти, але бізнесмен у владі, в державній службі, це зло чи це рятування України? Дело в том, что я в свое время работал с Сергеем Леонидовичем. Я работал как технолог в компании «Сильная Украина» в свое время и имел возможность как бы непосредственно общаться. Для меня лично, как для человека, как для гражданина, как для аналитика, премьерствовать Египта – это будет восстановление какой-то высшей справедливости. Потому что, смотрите, он должен был быть вместо Януковича тогда назначен премьер-министром. Это переиграли. Он во времена Майдана должен был быть назначен премьер-министром, вот это три в одном, его должны были короновать, и его ждали в Раде, просто он тогда не пришел. И тогда Аваков стал у нас три в одном, сразу, вдруг, внезапно, и страна проснулась, и оказалось, что у нас Аваков самый главный человек в государстве. И сейчас третья попытка, я надеюсь, будет успешная. Почему? Потому что Сергей Тегибко – это человек, которого очень хорошо воспринимает Юго-Восток при всех нюансах. Как мне говорили в свое время, там, мы спорили, там, дискутировали с технологами, его воспринимают как молодого Януковича, ну, в хорошем смысле. То есть человека, которому доверяют, с которым могут говорить на одном языке. При этом он абсолютно не радикален для того, чтобы его не слишком принимал Запад. Он свободно говорит на украинском языке, он понятен бизнесу, и для Запада он тоже абсолютно понятен, потому что мы помним, как он продавал свой ТАСС. Все было законно, все было корректно. Ну, я с вами бы тут погодился. Единственное, что вы так обоє, по сути, даете комплементарные такие комментарии. Секундочку, я не сказала. Але я просто, никто не может мне бы пояснить, а можливо, зараз попробуем дискутировать, каким чином Петро Порошенко продал свою частку на кузні на Рибальчому. Наш телефонный звоночек, доброго вечера в прямом эфире. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Олексій, Дніпро. Я вам скажу, вот Тегибко, это уже первый секретарь обкома комсомола, Приватбанк, что землячка, говорит Вита Шилова, тоже из Днепропетровска. Я вам скажу, это уже вчерашний день. Есть дубилет, который создал Монобанк, голова у парня варит хорошо, и можно его ставить премьер-министром. Он и нормальный хлопец, наш Днепропетровский тоже. И, а Тегибко 5 лет добавил женщинам на выход на пенсию, никто ему этого не забыл. Понимаете, что люди до сих пор не могут, женки, пойти на пенсию. То 61, то 60, никто не забудет ему этого. Пока, Сергей Леонидович. Дякую. Продолжим дискуссию. Пані Вікторія, ви погодитесь з аргументацією? Часть, да. Когда вы сказали, вы комплементарно, я сказала, не-не-не, вот как раз человек озвучил, совершенно верно, мой земляк про 5 лет. Да, мы женщины все помнят, а нас больше, вы знаете, 54% на Украине женщин. Я считаю, что бизнесмен не должен быть премьер-министром. Не должен быть. Должен быть государственник. А вот у большого государственника, а я лично бы, только не надо кричать на меня, если бы человек наподобие Азарова сейчас возглавил кабинет министров, понимаете? Или, я скажу даже Азаров, но я думаю, что тут начнется вой такой, но как специалист, как человек порядочный, да, ему же ничего таки не доказали. Все, уже санкции снимают. И самое главное, что он был рівновіддалений від всех политических движений. Заметьте, он сам ушел, когда, да, еще до начала фактически всех этих кровавых событий, он же просто взял и ушел, сказал, не хотите, вы меня разменяли, я ушел. Но лучше, чем Азаров, не было у нас премьер-министра. Это на мой взгляд. А Тегибко, вот если бы Тегибко работал с Азаровым и возглавлял экономические направления касательно бизнеса, супер. А Дубилет, как он сказал, хороший мальчик, да, хороший мальчик, но еще ну, сильно садик, понимаете? Ему нужно еще расти, учиться, учиться и учиться, и он тоже коммерсант все-таки. Власне, от мы зачіпаємо таку тему, с якою вы погодилися, а зараз бачу, що це вже починається за столом, власне, справжня дискусія. Пані Вікторія, проти того, що бізнесмени заробляли гроші у влади. Бо тому що основна мотивація бізнесмена – кожен вечір підрахувати, наскільки там мільйонів чи тисяч він став багатшим. Державницька робота – це робота на перспективу і витягування з дірки, теперішньої, який є. Ваша все ж таки точка зору помінялася?
Аргументация достаточно, Виктория Шилова, или нет? В свое время я работал в проекте «Большая политика» с Евгением Киселевым, и Сергей Леонидович Тегибко тогда пришел на прямой эфир, и, по сути, он тогда спалил свой рейтинг, потому что он в запале сказал то, что не должен говорить политик. Я его за это уважаю, потому что слишком много у нас политиков, мало практиков. Он сказал, что нельзя слушать электорат, ну, когда ты делаешь реформы. И вот этот человек может делать реформы, несмотря на электорат. Без реформ мы все равно никуда не выйдем. Вы отходите от питання. Питання было таке, каким чином бизнесмен має думати не за власний бизнес, не за зростання або збереження власного бизнеса, а за зростання держави? Смотрите, у нас есть какая-то... Это конкретный ранг категории державного службовца. У нас есть какая-то мифология, что бизнесмен не должен быть во власти, при этом у нас бизнес с властью давно очень сросся, прекрасно себя чувствует и танцует вместе. И что корисного в Украине от этого? Ничего корисного. Ну, миллионер стал миллиардером, далее. Питання у тому, що нам потрібно нарешті скинути ці рожеві окуляри і зрозуміти. Нам потрібна людина наразі, яка... По-перше, заспокоит суспільство, потому что вот по последним данным, инсайдерским, знаете, какой антирейтинг у Гончарука? 64%. 25-30% минус. Да, минус. У него 3-4% плюс, да. И минус 25-30. Дякую. Зараз мы продолжим. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Кто вы, звідки вы в прямом эфире? Алло, алло. Будь ласка, говорите. Питання ваше. Каменская. Не произнес. Здравствуйте, да. Мне 74 года. Алло, алло. Да, да, мы вас чуем так. И я знаю... Зірвалася лінія. Попробуйте ще раз набрати, бо нам дуже цікаво. Власне, ви майже теж земляк Тегибко. І, будь ласка, закрийте свою, ну, маю на увазі, точку зору, і потім передаємо вас. Я хочу сказати просто, нам пора вже взрослеть, перестати займатися міфологемами. Мы уже назначили уряд технократов, да? В итоге у нас не технократы вышли, ваша визави, а что-то... Ваша визави, пані Вікторія, сказала про технократа Азарова, який в тій ситуації, и, можливо, в тій ситуації політизованій, був би найбільше... Азаров – это, ну, это все. Ну, то есть это раскол Украины сразу же. Вы противоречите, вы же сказали, Тегибко молодец, сказал, что не нужно обращать внимание на электорат, чтобы делать реформы. Не обращайте внимания, что скажут, например... Это слишком задевает очень чувствительные слои. А почему нет Азарова? Почему? Ну, потому что, на него ничего нет. Согласен. Николай Янович сам ушел. На него ничего нет. Замечательно. Вот. Он вне политики сейчас. На него ничего нет. Но это сигнал того, что вот видите. Все, что было, это было бессмысленно и напрасно. То есть нам, мы готовы пожертвовать Украиной, но только чтобы Азаров не был премьер-министром, хотя он был лучшим премьер-министром. Я не знаю Азарова вообще, я с ним не общалась, понимаете? Ну, просто я вижу показатели Украины времен Азарова, и я вижу показатели... Я, до речи, с ним, Азаровым, в друзьях в Фейсбуке, и я дуже поважаю его власне, как аналитика. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви в прямому ефірі? Добрий день. Добрий день. Я дзвоню з Києва. Будь ласка. Я хотіла вам зробити дуже хорошу поправку, щоб вибрали прем'єр-міністром Юлію Володимирівну. Це людина, яка виведе країну з тупіка, в якому знаходиться країна. Якщо я слухаю сьогодні прем'єр-міністра... І розказують, що там в нас з цією болячкою все в порядку, то Юлія Володимирівна всі міри прийме і виведе країну. З того тупіка, якого ми... Дякую за вашу віру. Ніякого Тегибко, ніякого Азарова. Дякую вам за вашу віру. Ви знаєте, Маяковський такий випадок казав, гвозді можна робити з таких людей. Отут, до речі, є про те, наскільки довго існують міфи. Можливо, дійсно міф про те, що бізнесмен не може бути ефективним управлінцем, маю на увазі на державному рівні, бо той такий Трамп, він переламав ту парадигму, що можна від дитинства йти по кар'єрі політичній, а він сказав, що можна бути мільйонером, мільярдером, а потім просто переконати виборців. Трампа упрекали... Ні, давайте таким чином, ви відповідаєте дозвонювачці, яка є фанаткою... Юлії Володимирівни. Ми ладно і називаємо бабуся Юля, в неї сякі два внука. Слушайте, ну я Юлию Владимировну вижу, красивая женщина. Супер. Вижу первым канцлером Украины, когда Украина станет парламентской республикой. Как премьер, это человек, который... Ей все время нужно поджигать, ей нужен огонь, ей нужен пиар.
Премьер-министр – это хозяйственник. Он работает тихо, спокойно, системно. И он не должен там изо дня в день создавать пиар-поводы. У нас парламентсько-президентська, де юре поки що, парламентсько-президентська республіка, хоч по суті вона є жорстко-президентська зараз, в зв'язку з тим, що рейтингом «Слуги народу» головного і «Слуг-слуг народу» мається на увазі монобільшості. Але в даній ситуації, от не навели, ви зараз попробуєте опанувати, але наш телефонний дзвіночок, здається, що дозвонився той чоловік, який, в якого зірвався. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, ваше питання. Алло. Так, не мовчіть, будь ласка, запитання. Доброго вечора. Так, доброго вечора. Я, як кажете, алло, Дніпропетровська. Алло. Да, ми вас почули, все, будь ласка, говоріть. Питання. Можна проявляти? Пару слов сказать тоже. Не, зірвалося. Давайте таким чином продовжити стосовно... Звонка предыдущей женщины. Фанатки Юлии Володимировны. Ну, фанатка не фанатка, но... Хотя я с вами погодюсь, она дуже гарно збережена на свои руки. Так, красивая женщина. Да. Женщины фореве. Женщины, вы знаете. А юридический статус на ее бабуся. Да, я вам хочу сказать, что люди могут прожить 120 лет, она еще в юности находится. Я хочу вам сказать следующее. По сравнению с Гончаруком, Юлия Владимировна – это титан мысли и премьер-министра. Титан просто. Поэтому, если с Гончаруком сравнивать, то Юлия Владимировна это завтра... Это себя как 13 стульев? Нет, и второе. Вы, наверное, забыли, что Юлия Владимировна тоже пришла из бизнеса, да? И она прошла очень такой непростой путь. И она уже была премьер-министром. И она действительно боролась тогда с Тамифлю завозили, помните? Тоже женщина, да. Абсолютно права. То есть то, что у нас будут тут орбидолы, Тамифлю, я в этом не сомневаюсь, она раком всех поставит. И до России добежит, и до Америки, но у нас будет Тамифлю. Согласна полностью. Есть один вопрос. Юлия Владимировна, не нужно ее недооценивать, потому что, насколько мне известно из инсайдерских информаций, да, источников, что ее олигархат, как думали многие, вытащил из политического забвения, посмотрел на рейтинги, где территориальные громады голосуют, а там Юлия Владимировна центральную Украину выигрывает, чтобы вы понимали, с рейтингом там... По селах она модна, не организационные структуры сбережены. А у нас сейчас вопрос земли поднимается, не забывайте, очень активное население. Поэтому я абсолютно не списываю Юлию Владимировну со счетов, это наш днепропетровский клан или днепровский, как кому больше нравится. И она действительно однозначно будет опять и в большой политике, даже не с моей небольшой фракцией, и... может побороться, если олигархат возьмется и окружит господина Зеленского за должность премьер-министра. То есть женщина имеет рацию. Дякуємо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть, задавайте питання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Житомирсько-Смаленський район, село Поліська Дочина станція. Мене таке питання. Якщо людина... має свій бізнес, то це не політик, людина вже, і вообще таким людям, як цей бізнес, у Верховній Раді, не буде. Дякую. Ну, нагадаємо вам, що кожен бізнесмен, який заходить у владу і приймає присягу державного службовця, чи, скажімо, присягу народного депутата України, зобов'язаний підписати окремо зобов'язання, що він відмовляється від всіх своїх часток, навіть представницьких. Будь ласка, якщо можна коротко, відповісти, будь ласка, дозвонювачці, і в контексті, власне, чи можна, я ж не випадково сказав, що двічі війти в одну річку, мається на увазі Тігіпко і Юлія Володимирівна. Який в них шанс? Ну, зараз в СМІ створюється із авторитетних істочників, що рішення прийнято на 99,9% по Тігіпко, і... Понимаете, Тигибко – это все-таки для Юго-Востока, это свой человек. А Юлия Владимировна… Для центра свой. После… Понимаете? А Хорошковский, а Дубина тоже претендентов. Ну, Хорошковский – это очень четкая связь с Россией. Тигибко не имеет такого, такого хвоста российского, и он так не воспринимается. Как раз Хорошковский не связь с Россией. Вы же помните, у него был конфликт с Азаровым, он ушел. «Оранжевое поколение» — это проект Пинчука, проект Богословской. Безусловно. И там был Хорошковский, это антироссия. Хорошковский — это антироссия на самом деле. Если по фактам. Если по фактам, это антироссия. Это проекты Пинчука. Уж более про-соросовского, про-американского, про-демократического, нежели Пинчук, тоже днепропетровец. Найти трудно. И Хорошковский — это его а-ля команда. Извините. Дякуємо. Давайте таким чином. Гарно у нас пішла дискусія, але мусимо переходити до наступної теми.
Владислав Сурков, колишній помічник президента Росії, поділився своїм баченням майбутнього України. Він дав різке інтерв'ю російському ресурсу «Актуальні коментарі». За словами Суркова, Україна все-таки відбудеться як держава. Питання тільки в тому, на скільки частин вона буде поділена, сказав екс-помічник російського президента. Тому, за його словами, Росії так чи інакше доведеться брати участь в процесі формування України. Також він впевнений, що примус силою до братських відносин – це головний ефективний метод у відносинах з Києвом. Говорячи про війну на Донбасі, колишній путінський помічник зазначив, що війна – справа каламутна, тоскна, але потрібна. При цьому, на його думку, Донбас не повернеться під контроль української влади. Також Сурков висловився про президента України Володимира Зеленського, цитую, «не лох». У всякому разі, в Парижі всі сприйняли його за президента. У нього незвичайна легкість в думках. Кінець цитати. України немає. Є українство, тобто специфічний розлад розуму, дивним чином доведений до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, Бандура є, а нації немає. Брошура «Самостійна Україна» є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає або поки ще немає. Ну, власне, в 21-му сторіччі такі фрази провокативні давати сусіду, ну, я розумію, що він же не в статусі помічника, але в будь-якому разі в нас є можливість поговорити цю тему далі. Сурков відповів, до речі, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. У своєму твіттері він написав, що, цитую, «Сурков зі своїми перлами про Україну виглядає як закомплексований стратег, як та шавка, яка намагається гавкати на слона». Кінець цитати. І тепер переходимо до обговорення. На вашу думку, коли людина, яка майже 15 років курувала український напрямок в адміністрації президента Росії, говорить такі провокативні речі? Я просто напомню, что однажды Сурков сказал 2 года назад про Россию, он назвал ее полукровкой, страной-полукровкой, которая будет вынуждена все равно уйти в изоляцию и пойти на восток. То есть это гонитва за красным слівцем? Это манера политика так говорить. Поэтому я не буду там шавками называть, это исключено, и это неправильно даже с точки зрения политиков и всего остального. Я просто хочу сказать, что почему-то господин Сурков ассоциирует Украину только с Галицией, это тоже неправильно. У нас Украина очень большая, и она у нас есть и русскоговорящая, и суржикоговорящая, и говорящая на вот этом вот галицком диалекте. Ну, да? Будь ласка, да, я с Галичины, вы Днепропетровск, вы Донбасс, Донецк. И мы спокойно общаемся. И вот я этническая украинка по папе и по маме, знаете, свидетельство о рождении, там папа украинец, мама украинка из казачьего рода шила, поэтому я могу сказать Суркову следующее. Знаете, ну не было, и Беларуси раньше не было, сейчас есть, и Украины раньше не было, сейчас есть, я имею в виду как государство, да. Мир меняется, и надо, наоборот, не высказывать подобные вещи, а стремиться к миру и объединению. Собственно, как, по крайней мере, заявлял раньше и заявляет патрон господина Суркова Владимир Путин, говоря о минских договоренностях. Поэтому я думаю, что это была реплика, которая была призвана обратить на себя внимание. Это мой взгляд на вещи. Пане Олексію, от, власне, мене під тим контентом, що Аваков його назвав, ну, грубо кажучи, досить таку характеристику, яка побутує загалом в українському політикумі. Бо ми знаємо, що Сурков програв, і це не випадково, він відійшов від... Бо тому що його концепція абсолютно агресивна, ворожнеча і недипломатична, ну, скажімо так, теж програла. Ну, я б не сказав, що... Зараз курує питання Козак. Сурков – це ястреб. Сурков – це чоловік, який завжди дуже тонко вистраював гру, тому у мене великі питання по поводу правомірності цього інтерв'ю. Було ли воно взагалі? Потому что там написано, что это, во-первых, СМС-интервью. Видеоформат бы хотелось, да, во-вторых, посмотреть? Ну, как бы, это издание, мягко говоря, не пользуется авторитетом, которое все перепечатали, актуальный комментарий. Кто это вообще? Откуда? Что это за издание? На каком основании... А может, планирует зайти в политику, власне, через свои СМИ, ймоверно, свои СМИ, чтобы, власне, сделать их провокативными, и так они лучше поширяются? И дело там не в том, что Зеленский не лох. Такая риторика, как бы, думаю, вообще свойственна вряд ли Владиславу Юрьевичу, учитывая, что этот человек был мостиком между всей, ну, как бы, культурной составляющей России современной, да, и политикумом.
І благодаря цьому, собственно, удавалось видержувати вот эту міфологію там про суверенну демократію. Он успешно создал движение «Наши» и так далее, и тому подобное. И довольно успешно реализовал проект «Украина». Тобто, там есть фраза в этом... Что такое проект «Украина»? Я тоже заинтересовалась. Как он проект «Украина» реализовывал? Ну, в принципе, он же стоял за крымскими событиями и за Донбассом, как бы. И все это достаточно... Тобто проект по развалу Украины, втрате территории частично? Ну, проект, да, потому чтобы Россия вторглась в Украину, и это объяснять украинцам о том, что это для них прекрасное благо и там спасение, мне кажется, такая демонизация справедливость Суркова, честно говоря. Вот, ну... Я, наверное, дуже башковатый, кажут, чудак. Да. Он очень умный, это видно, как бы, потому что... Не дорос бы, да, но вот я тоже ставлю под вопрос вот это интервью, хотя уже Кремль отреагировал на него. Потому что там была фраза о том, что для Донбасса это будет позор. Вы можете найти. Вот я сейчас не могу в интервью. Ну, не может политик такого уровня говорить так категорично. Потому что, ну, после этого ты сжигаешь мосты, ты не можешь после этого вернуться. Да. Поэтому я не верю вообще в правомерность этого интервью. А вот то, как работают наши СМИ, которые все дружно перепечатали, только потому что там есть фраза про Украину. Ну, это говорит о том, насколько люди проверяют інформацію і як діють сейчас. Я взяв від нього на озброєння, і наскільки можна не назвати там балаболка, наприклад, або не серйозно говорить, а легкість у судженнях. Якщо він так сказав, це була така провокація, щоб вона обсуждалась на Україні, і от ці от, а які частини України, а як вони будуть розполагатися, а це як буде, розвал по Мальфару, или що, а куди це йде? Ну, ви розумієте, так, яка дискусія пішла? Це бульварщина, ви вважаєте? І він вынужден Авакова відповісти на от це інтерв'ю, яке інтерв'ю не інтерв'ю. І він фактично, ну, як би... Він в повестку дня це поставив? Фактично в повестку дня це поставив, і опять об этом говорять. А представьте, якби ігнор всі включили, і все. Ну, Аваков не випадково другого, тому що Аваков, знаючи, коли він зараз був швидше прем'єр-міністра там в Нових Санжарах і все прокоментував. І знаючи, що він був, скажімо, там і на саміті останньому у Мюнхені, теж в тій делегації, і знаючи, що він теж номінується як один з кандидатів у прем'єр-міністри, то він не випадково відреагував. Ну, Арсен Борисович всячески старається напоминати о себе, тому що йому важливо, він же один із, условно говоря, из старого Кабмина единственный, кто остался. Поэтому все время нужно включать себя в повестку дня. И даже на таких чудовищных, провальных информповодов, как новые Санжары, там, где была просто провалена государственная политика. Что это за сайт, который сообщил? Что это за клон? Как вообще такое может сказали... быть? Но вы не обратили внимания, что у нас теперь Галиция Киеву не подчиняется. Потому что когда хотели поселить этих людей несчастных, да, у которых ничего не подтвердилось, во Львове, там принесли шины, сказали, спалим тут. В Тернополе сказали, мы не посадим самолет. Середневич, это... который відбувалося в Санжарах, это Санжары, это Полтавская область. У меня вопрос. Зеленский побоялся отправить во Львов этих людей? Он побоялся, что Галиция достанет что-то из хронов и начнет действовать? Или чего он побоялся? Почему все-таки Санжары были, а не Львов? Спокойно приехать, ситуация, как телеведущий, но можем уже сказать, в порядке дискуссии, можем сказать, швидше все, що оце все, що розігрувалося, оця вся какофонія, оця вся істерія, це була просто чиясь політична технологія. Хтось на тому тупо хотів зрубати політичні бали. І, власне, як Львів, Тернопіль, оця хресна хода, богослуження, оце все таке, що дискредитує науку, медицину і тому подібне, це якраз входить загальний алгоритм. І простих людей, які живуть в Галіції чи на Галіції, теж дискредитують. Не всі ж там готові були зжечь цих людей в санаторії. У нас був період Петра Алексеєвича, прекрасного Парубія і так далі. Запустили уже процесс как бы украинизации, окей. Сейчас нужно очень четко для себя осознавать. Первое. В Украине живет большое количество грамотных, умных, толковых людей, у которых русский язык родной. Ну, как бы они на нем говорят. Я абсолютно двумовная людина. Но мне проще выражать свои мысли и говорить на том языке, на котором я говорю. Хотя... Я не могу даже сказать, что это русский язык, потому что русский язык имеет свои там коннотации там, правильные, да? Ну, условно говоря... Ну, наших за кордоном вычисляют сразу, что мы не справимся. Тот язык, на который принято считать русским. И сейчас важно для себя понять, мы государство
Или мы этнографическая область, в которой есть привилегии? Так, давайте не будем ставить под сумнев те, что у нас есть держава, что мы члены ООН, что у нас есть право. Нет, тут я соглашусь с ним один раз, может быть, в этой передаче. Он же говорил о Порошенко, правильно, который это создал сейчас. И он разделил народ по языку, извините, по религии, по территории. Он запустил это все, теперь нам нужно успокоиться. Ну, вера, мова, армия, это, в принципе, Порошенко винахід. Але завжди, я знаю, тема мови, вона виникає тоді, коли треба сховати якийсь там... Знаете, когда каждый раз мне там входят дискуссии там по поводу Донбасса и все. Я говорю, сколько населения было в Донецке, Луганске, Мариуполе и так далее. Эти люди голосовали в 91 году на референдуме. Они имеют право. Они голосовали. Если бы они не голосовали, то ваших бы голосов при всем уважении не хватило бы для того, чтобы почули Украина вас, вышла из Советского Союза. У нас есть телефонный звоночек. Поэтому без этого, извините. Ну, как бы вы не имеете права так да, себя вести. Мы тему мови початку не обговорим, але доброго вечора в прямом эфире. Да, добрый вечер, пане Кацаба, гости студии, добрый вечер. Добрый вечер. Это Краматорск, Донбасс. Ну вот, прослушал интересную информацию о Суркове, как будто якобы его интервью, ну нет подтверждения, это интервью, как правильно говорить, смс-ка или не смс-ка было. Ну вот слух режет высказывание господина Авакова, ну это нонсенс, понимаете? Кто-кто, но Авакова говорит о Суркове такие вещи, шавка чья-то, а чья шавка Авакова, вот мне интересно, понимаете, я живу 6 лет уже в войне, вот это вот все в этом кровопролитии, в этом дерьме, я конца края не вижу этой войне, понимаете, я вижу, что наживаются, зарабатывают, тот же Порошенко зарабатывал, эти продолжают потихоньку уже подгребать те же самые ниточки. А тут тяна тебе. Ну, в сказках Суркова, да, есть что-то там такое про Украину, что недострана или еще не страна. Ну, там понять можно. Ну, слушать Авакова, это вообще нонсенс, ребята. Вот хотелось бы задать вопрос в студию. А как вы видите развитие окончания войны на Донбассе? С кем же говорить? Кричат, что здесь сепаратисты, коллаборанты. Никто не видит. Переадресовываем первое питание, пані Вікторія, вам. Да. Я вообще лидер движения «Антивойна», и я создала наше движение 14-го апреля 2014 года. Я выступила решительно против войны на Донбассе, против мобилизации и АТО, за что было открыто уголовное дело на меня. А Руслана, после того, как он призвал после этого закона, да, в 2015 году, посадили на 500, сколько, Руся, 30? Не, ну мне 13 500... давало, а залито мне, да. 524 дня. 524 дня. А у меня осталось уголовное дело за срыв мобилизации и АТО. Я вижу, хочу ответить гражданину Украины из Краматорска, я вижу только в одном варианте. Прямой диалог с Луганском и Донецком, Киева и всех-всех городов. Один общий круглый национальный стол. Убрать от власти тех, кто виновен в развязывании этой войны. Моя точка зрения, не имел права Турчинов организовывать АТО никоим образом. И потом всплывала информация о том, что ему кто-то звонил, просил, направлял и так далее и тому подобное. Это моя категорическая позиция. И я выступаю только за соблюдение минских договоренностей и только за обширный круглый стол. И я не называю жителей Донбасса террористами и сепаратистами. Это такие же жители Украины, как мы с вами, которых поставили в безвыходную ситуацию, безвыходное положение, и которые нуждаются и в пенсиях, и в льготах, и просто в человеческой любви, и снятии блокады дебильной, которая там сейчас у нас есть, и которая отрезает этих людей полностью, которые мрут старики на этих переходах каждый день. Вот о чем нужно думать. А коронавирус – это чепуха по сравнению с тем, что у нас происходит на Донбассе. Пане Олексію, ви з Донецька, і, власне, я теж вам переадресую зараз це питання, але під таким кутом я не хотів вже пані Вікторію зупиняти, вона так це все яскраво емоційно розказала. Я була в але при тому всьому, коли ми знаємо, що як український президент, на жаль, не самостійний, в нього взагалі в Україні є серйозні проблеми з об'єднаністю, так? Ми знаємо так само, що влада ЛДНР теж не є самостійна. Яким чином можна напряму говорити, коли і ті, які не самостійні? Чи не простіше, наприклад, Трампу з Путіним зустрітися і виконувати до виконання? Тобто ми взагалі вже не суб'єкт, а об'єкт. Такого не буде ніколи, тому що... Я думаю, це б було по-чесному. України б вже не було, якщо б не 2 мільйони волонтерів, які на себе перетаскували ці бронежилети через границю і так далі. Вопрос в другому. До тих... Вы не можете договориться с людьми, пока вы говорите, что они там сепаратисты, террористы и так далее. Когда мне говорят, почему Донбасс так отреагировал, я говорю, ребят, вы поймите, вот я уважаю вас, я очень люблю Западную Украину, людей и все,
Но вы никогда не поймете Донбасс, потому что мой отец шахтер. Он каждый день уходил из дома, и я не знал, вернется ли он домой. Ну, то есть, потому что где-то кто-то случайно взрыв метана, и он там остался. Это категория людей, которых нельзя наклонять. В свое время, когда Донбасс уступил в 2004 году и сказал «хорошо», согласился. Но все запомнили фразу Юлии Владимировны о том, что Донбасса обтянуть колючей проволокой. Запомнили, и двухметровым забором. Запомнили, потому что это было в прямом эфире. Это было сказано настолько... Але в ней якось с рукава она выняла две ленточки, оранжевую и... И даже сколько бы ни говорили синий, потом... Оранжевую и голубую, извините. Голубая была партия регионов. Вот. Когда она это сказала, это запомнили. Это уже нельзя стереть. То есть есть сакральные вещи, которые нельзя говорить. Это раз. Второе. Надо помнить, как формировался Донбасс. То есть это люди, которые, это были и ссыльные люди, и те люди, которые определенной категории, за что некоторые товарищи говорят, что давайте вообще эти 4 миллиона типа спишем и забудем. Конечно, о них, британцы что, так говорили про австралийцев. Потому что они типа, ну как бы с нами не товарищи. Вот. И поэтому... А как вообще это высказывание, на ваш взгляд, ну, допустимо в цивилизованной стране? Конечно, недопустимо. Это абсолютная глупость. Эти люди не должны отвечать за то, что они говорят. Они не должны сидеть, извините за выражение, за разжигание межнациональных... Ну, вы не знаете, что это стандартная технология знелюднення. От ворог, чтобы он был ворогом, его треба сделать, чтобы он таракан. Помните радио «Тысячи холмов» в Руанде? Он не людина, таракан. А таракан убивать не жалко. Вот. И завершая тему, Донбасс тогда согласился и... Больше 40 тысяч увольнений было просто по партийному принципу. Люди промолчали и сказали, окей, давайте, сделайте. Но когда ничего не было сделано, и опять ситуация повторилась, и с Донбассом никто не стал говорить, кто-нибудь приехал? Приехал кто-нибудь с людьми вообще поговорил? Пан Олексій, констатація факту у вас якісна, але запитання було, ваш варіант виходу з ситуації? Тем более, вы сам Донецкий. Выход из ситуации – это выполнение Минских соглашений и на стороне Украины, чтобы все-таки ООН, голубые каски стали на границе, российские все вооруженные формирования оттуда были выведены, которые там есть. При этом там есть и свои местные силы, проведены выборы. И Донбасс был поступательно интегрирован в украинскую систему. Но для этого нужно сначала сделать вот этот канал, о котором говорят, где будет украинская повестка дня. Ой, подождите, вы сказали, каналы будут раскрадать. Нет, снова... Выполнение Минских договоренностей. А потом говорите, чтобы зашли миротворцы, чтобы они отправили территорию. Подождите, вы читали Минские договоренности? Там четкие 12 пунктов, где написано, что передача границы, там... когда... После когда выборы. Проведут выборы, будет там внесен... очень размыто это как все. Это размыто, извините. Там поэтому не то, что там размыто, можно... там просто буква закона. Там можно трактовать нельзя и так, трактовать. И так. На следующий день после того, как будет имплементированы в Конституцию Украины специальный статус Донбасса, который должен в себя включать следующее положение. Первое, включая суды. Второе, милиция народная. Третье, прокуратура их. Четвертое, право на язык. Это все прописано в Минских договоренностях. Вы не читали этого? Я читал, о чем мы говорим с вами? Извините. Спокуха, все будет добре. Не, подожди, или Минские договоренности, или отказываться от них, и что? Пан Олексій теж підтримує, Олексій, він сказав, що він за виконання Мінських домовленостей, тобто не може відходити. 6 лет войны у людей, 6 лет. А у нас нет других договоренностей. Тогда Минские договоренности от А до Я. И надо, Порошенко их подписал, он был президентом Украины, вот пусть выполняет и Порошенко, и теперь Зеленский, который 73% за что голосовали? За что голосовал Юго-Восток и центр Украины, и я уверена, и Галиция? За мэр. Правильно. Если бы он сказал, вы знаете, а я не буду выполнять, а у меня будет Гончарук, а у меня вот эта команда Сореса будет, кто бы за него проголосовал? До речі, можу сказати, бо так говорять про Галичину, зараз з Галичини чомусь так, на центральному рівні такі напівадеквати виступають, але можу вам сказати, що родинне село Степана Бандери, Старий Угринів, 90% проголосували за пана Зеленського на виборах. Ми йдемо зараз далі. Ой, вибачаюся, є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора вам. Будь ласка. Я хочу задати пані... Вікторії. Вікторії. Пані Вікторія, видите, ви дуже... Я 15 років прожив в Росії, закінчив вищу освіту в Росії, пропрацював.
Ну, я дуже любив руську мову, поважав руську мову. Ну, коли на руськомовному питанню пролилась кров, я цю мову не зненавидів. Той раз. І коли ми будемо рівняти українців на русських, страдаліців, має бути одна команда. Президент має бути не демократія, а має бути тоталітарний режим, щоб навести в державі порядок. Дякуємо. Я думаю, це було, не питання не було. Да. Це був так званий дзвінок-репліка. Давайте, ну, щоб сказав, не розпалювати. Да. Я просто хочу відповідати. Ні, ну тут нема що відповідати, бо не було питання. Ідемо далі. Біля офісу президента чоловік облився невідомою речовиною і підпалив себе. Люди, що були поряд, загасили полум'я і надали потерпілому медичну допомогу. Постраждалого з опіками госпіталізували. Чоловік встиг розповісти журналістам на місці події, що підпалив себе, аби привернути увагу до своєї проблеми. Він представився Олександром Бурлаковим з Сумської області. За його словами, він не перший день приходить під офіс президента і намагається вирішити проблеми із земельним питанням, але влада його не чує. За його словами, чиновники не дали йому розпаювати землю. Зараз чоловік в лікарні, в реанімації, і за словами лікарів, він у важкому стані і на нього чекає тривале лікування. От така ситуація. Знаємо, що заради землі деколи брат на брата йшов. І це дійсно дуже дратівливе питання, особливо коли зараз пропонують зробити ті політики, які завжди казали, що земля не може бути товаром, зараз виявляється, кажуть, що може, ще й як може, і навіть до 10 тисяч гектарів в одні руки. Пане Олексію, прокоментуйте, будь ласка, бо це не просто відчай дух. Я от як колись в тюрмі сидів, то знаю, що якщо тобі там надоїло жити, то ти просто або, як називається, вздьорнувся, тобто повісився або вкрив вени. А це демонстративно, тобто людина знала, що якщо зараз йому не поміняють шкіру там 70% опіків, то він помре. Ну, іноді такі дії дуже сильно міняли повестку дня, тому що ми пам'ятаємо, що революція в Єгипті почалась якраз самосожжение одного із людей. І після того, як чоловік підпалив себе, це привело до цепної реакції. Його, буцімто, тероризували теж податково державні органи. Вопрос в том, что, ну, во-первых, надо понимать мотивы этого человека, а во-вторых, если уже переходит к таким демонстративным актам... Ну, мотивы – земля. Не дали розпаювати йому землю. Людина вважає, що земля, можливо, його, тільки би його врятувала. Навіть ціною того, що він би сам міг ту землю і може ще навіть, не дай Бог, лягти в землю. Ну, потому что очень многие люди, которые имели паи, они, в принципе, ну, там, земля... По оценкам там польских экспертов, самая плохая земля, гектар, стоит 3000 долларов. Хорошая – до 6000. А люди ничего не имеют. И им сейчас предлагают под видом продажи земли просто такую красивую мифологему о том, что мы будем делать землю товаром, только при этом простые собственники ничего с этого не получат. Кто считает, что это технология, скажем так, международных валютных аферистов, там Световой банк, там Международный валютный фонд. Я обещаю, что сейчас у нас телефонный звоночек. Доброго вечера. Кто вы, звідки вы, ваше запитання? Добрый вечер, студия. Пенсионер Юрий из Краснодона. Вот я хотел бы, во-первых, сказать украинцам, не делайте этого. Вот. И хотел бы у Шиловой спросить, ну, много я слушал ее высказываний. Вот вы сказали, у нас разная Украина. Вы не правы, сейчас Украина вся галицкая. Вот у меня такой вопрос, почему, если вы говорите «разная Украина», за 6 лет, которые мы терпим, ни одна область, ни Одесская, ни Днепропетровская, ни Харьковская не вышла и не сказала: прекращайте долбить Донбасс. Вот. И никто не говорит, кроме трех лент, Бондаренко, Лукаш, и это, что это гражданская война. Дякую. Это мне вопрос. Вы отвечаете, питание было вам. Единственное, что прошу утриматься, власне, от таких дефиниций, які, чтобы наш канал не оштрафовали. Человек, собственно, все сказал и спрашивает у меня, почему не вышла Одесса. Вам напомнить про 2 мая 2014 года, что было?
когда Одесу просто-напросто взяли. Він говорить, чому протягом 6 років? Протягом 6 років движение «Антивойна» виходило і призывало к миру всегда. Он об этом сказав, що три чоловіка там говорять о том, що это сейчас идет гражданская война, он сказал, гражданский конфликт, как говорит Коломойский, например, да? Я считаю, что это так, как мы меняем украинцев на украинцев. Извините меня, это, конечно же, гражданский конфликт. Это, конечно же, гражданская война с элементами геополитики с той и с другой стороны. Да, это мы все признаем. И я вам напомню слова господина Порошенко, который сказал, да, на Донбассе воюют 40 или 50 тысяч жителей Донбасса, то есть граждан Украины, и 3 тысячи русских. Извините, это какой процент? Это Порошенко, я цитирую Порошенко, я не цитирую. Ну, так. Я помню, мне показывал, тих самих 5 российских паспортів каждый рік показывал. А потом вспомнил, что это ж, он тогда поговорит, что это ж, получается, граждане Украины воюют. Он тогда испугался и начал что-то там рассказывать другое. Вот правда жизни. Нужно прекращать эту войну. Политики будут наживаться, пока это идет война, у нас можно грабить страну, можно говорить все, что угодно, Путин виноват. Если мы не повысим тарифы, то что, Руслан? Путін нападе. Ми ж помнім Русь. Ну все, де? Да. Частина народу навіть зараз чекає. Да. Коли ж той Путін, да. Біда є, а Путін це не приходить. Коронавірус у нас. Хто це прислав? 100% Путін, ж, правильно? І так далі тому подобно. Поэтому я хочу відповісти цьому чоловіку. Весь народ должен понимать, дальше падение в бездну невозможно, потому что действительно тогда просто Украина исчезнет. Я как этническая украинка, по маме и по папе, категорически выступаю против этого. Поэтому я пытаюсь, чтобы за один стол сели люди, которые говорят на украинском, на русском, да хоть на армянском и немецком, какая разница, лишь бы они хотели жить в мире. Вот и все. В противоположном случае, Руслан, у нас ничего не получится. 100% з вами тут я погоджуюсь, да. Хоть я бы мав би бути за межами дискуссии. У нас телефонный звоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер. Будь ласка. Это Виктор из Харківщини. Я слухаю вас, там людина сьогодні спалила себе от відчаяння. Хотів би трошки, щоб все-таки задумувалися над тим, що відбувається. І от цей конфлікт між Росією і Україною, хто його поділять Україну. Все-таки, ребята, в кінці концов, не буде ні Росії, ні України, коли поумніємо. Тоді мир наступить. Так що не треба тут виказувати такі емоції, кожен свої того. Де взяли ці кляті москалі, як не з Київської Русі? А де Київська Русь взялася? Її там не було спокон віку. З Поволжя прийшли переселенці, второе переселення. Ну, давайте ізучати хоч трошки історію, народу общатися, а не тільки літати. Дякую. Це Сурков говорив. Ви знаєте, до речі, це, до речі, сам цей меседж, він дуже от модний, от пан Юрій з Харківщини дзвонив, але я от з Харківської області, у мене друзі є, от вони самі кажуть, що от Америка з Росією планує воювати до останнього українського патріота. Прокоментуйте, будь ласка. Помните, з чого все почалось? Все началось с того, что в Украине нашли сланцевый газ. И именно вот та территория, которая в Донбассе, там какие-то очень крутые залежи в принципе были. Я не согласен с тем, что это гражданский конфликт, потому что я был в парламенте в тот момент, когда мэр Донецка Лукьянченко мне говорил, русские туристы приезжают, и что они там себе думают о Кабмине. Но вопрос в том, что там не только русские, там есть люди, которые приняли эту идею, которые с этим согласились, которые признали и поверили в российскую идеологему, просто потому что их никто не защитил, им никто не объяснил, что Украина готова их принимать, а они поверили в правый сектор и так далее. Поэтому здесь нельзя ни с одной стороны говорить, все, террористы, сепаратисты, давайте откажемся, а те, кто не выехали, те предатели. Нет, а как, фильтрационные лагеря, а как можно, а как можно было выехать, извините, если у тебя там, не знаю, имущество? Так многие же вернулись. И куда выезжать, когда держава выехали, сказала выезжать, и не дала выехали, ни работы, ни ничего не а дали, они посмотрели, как их приняли и вернулись обратно. Так, у нас есть телефонный звоночек, и идем далее. Доброго вечера в прямом эфире. Добрый вечер. Будь ласка, ваше запитание. Я звоню из Харькова. Будь ласка. Вот. Я хочу высказать свое мнение по поводу Луганска и Донецка и мира. И что мы, мол, единая страна или не единая. Все-таки нужно знать историю. Вот. А зная историю, нужно прекрасно понимать, что настал тот вопрос, настало то время, оно нас подталкивает к этому.
Ну, я буду говорить так, мягко. Полная, глубокая децентрализация. Потому что, давайте возьмем пример. Почему они боятся этой глубокой децентрализации? Я не буду говорить другое слово. Потому что у нас есть Венгрия, Польша и еще это самое. И когда показывают венгерские деревни, может быть, мы смотрели передачу, венгерские деревни, я рот раскрыл. Я не мог поверить, что на Украине могут так люди жить. Понимаете? Где есть местное самоуправление, и что на них не давят ни СБУ, ни правоохранительные органы, ни националисты, ни правый сектор, ни СИ-14. Они им не указывают, какой памятник ставить, какой не ставить. Понимаете? И вот к этому я и хочу сказать, что мы пришли к тому моменту, что нужна полная децентрализация. Чтобы я в Харькове, я харьковчанин, и когда мне приезжают неизвестные молочники, которые, извините, молоко на губах не обсохло, а он ни дерева не посадил, ничего не сделал. И он мне указывает, как мне жить, на каком языке разговаривать. Дякую історію. Дякую вам. Ну, тут це, по суті, питань не було. І це було зараз в порядку обговорення. Ми торкнемося цієї теми. Ідемо далі. 16,5 тисяч юнаків мають призвати навесні цього року до служби в армії. Чисельність встановив Кабінет міністрів і, згідно з розпорядженням уряду, Міністерство оборони має провести заходи з підготовки та проведення призову, які відбудуться в квітні-червні. До армії підуть хлопці 18-19 років, але вони письмово мають підтвердити своє бажання йти на строкову службу. Тобто усе має бути добровільно, наголошують Міноборони. Найбільшу кількість юнаків призовуть у Дніпропетровській, Харківській і Одеській областях. Отже, власне, вам як лідеру антивійни це питання дуже близьке. І ми знаємо, що загалом строкової служби військовослужбовців не більше 10%. Тобто їх тільки 25 тисяч всього, а 250 у нас є контрактної армії. На вашу думку, для чого влада намірено йде проти матерів, проти родичів, які пам'ятають обіцянки всіх президентів, всіх урядів, що нам повинна бути тільки професійна армія? І знову з року в рік осінній призов з цим всім людоловством на вулицях, що в кайданки заковують і відправляють насильно в якості гарматного м'яса, і весняний призов, осінній весняний. Акцентую увагу, Дніпропетровськ, Харків, Одеса. Вам нічого не странно, що три міста будуть поставляти? Я не є прихильником теорії змов, але просто там більше населення. Ні, тому що йди на Західну Україну і поїщи кого-нібудь. Уже всі давним-давно виїхали і сказали ні, ми краще будемо живими, здоровими і з деньгами. Мушу підтвердити, що в Західній Україні щороку зривається, тобто виконується план призову на 10%. На 10%, а в Києві на 8%. С половиной. Вот. Ще мудріші. И, да. А вот они идут туда, чтобы окончательно перепачкать весь Юго-Восток кровью. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Но это делается. Ваше судження. Это мое судження, которое, извините, по обмену пленами мы видим в подтверждении этого судження. И это очень плохо. А мне матери, хоть с той, то с другой стороны, одинаково звонят, понимаете? И еще там по 200 человек сейчас сидят. И возвращаются они оттуда и оттуда калеками. Дякую. Пан Олексій, всі ви теж прекрасно пам'ятаєте, як експерт, обіцянки всіх президентів про те, що нам повинна бути професійна армія. Призиву, а Янукович навіть відмінив призов. Да. Один рік. Ну, що сказати? Я не знаю. Кому власть... потрібен солдат невмотивований, власть... який їх уникає, і він, по суті, ховається від служби. Для кого такий солдат потрібен? Власть грає з огнем. Це, опять же, провал інформаційної політики, не знаю, стратегії, логіки. Для чого це робити, крім того? Если это Харьков, Одесса, Днепропетровск, то веришь ты в теорию заговора, не веришь ты в теорию заговора. Как говорится, факты – вещь упрямая. И тогда возникает вопрос, а почему они должны идти отстаивать интересы, в принципе, не имея никакой мотивации своей личной? Ну, в 21 столітті взагалі країни Великої Сімки, вони не мають строкової служби, там тільки професійні армії. А 20 країн в світі взагалі відмовилися, причому цивілізовані країни відмовилися від військової, тому що вони кажуть, війна має економіку. Победа Зеленського – це победа тих, хто сказав «все». Нам надоела война, давайте договариваться. Руслан, родственников... Мы от нее устали, да. Она ничего не дает, вы на ней наживаетесь. Зачем это все надо? Ну, я, наприклад, пацифіст. Я взагалі не приймаю військове вирішення оцих всіх економічних і політичних проблем. Тим більше, кожна війна, вона завжди мала економічну, як то кажуть, посил чи подопльоку, так? Підґрунтя.
даній ситуації, пані Вікторія, от ви, ну, розумію, ви маєте право на судження, ви вважаєте, що, власне, це спеціально, щоб спровокувати. Хоч ми розуміємо, що та кількість призовників перемішається з тими, які зараз служать, і вони, по суті, особливо там... Можна я вам скажу? Будь ласка. Ви звіньте, а Донецьк, граничить Луганськ, Донецьк з Харківською областю, з Дніпропетровською, да, і рядом Одеса. Родственників, представляете, скільки там живуть в Донецькі і в Луганські? Зачем це делать? Кого вони призивають? Він що, должен йти і що? Невже Зеленський сам собі ворог, своєму іміджу? Я вважаю, що Зеленський не управляє цими процесами. За Зеленського управляють люди, які створювали слугу народу. Неужели ми це не бачимо все? Ми це прекрасно бачимо. До речі, один з ваших теж земляків. Зеленський, да, Кривой Рог. Коломойський. Ну, насколько я знаю, сейчас там их пути как бы немножко разошлись, и Коломойский пытается реанимировать звезду Юлии Владимировны, которую он так любил. Но він финансовал все добробаты перші? В Днепропетровской области, да. Я думаю, что да, потому что там самое активное участие в этом принимал Корбан и Филатов, который тогда ассоциировался с Коломойским. Да, буквально коротенько, 2 хвилини на ту саму тему. Чому Зеленський не контролює ситуацію? Що тоді від нього взагалі вимагати? Ну, потому что он очень сильно хочет, он, понимаете, он когда приходил, были одни ожидания. Ожидания были те, что он разрушит эту систему. Он начал ее рушить, и у него ничего не получилось. Получилось. Он демонтировал власть Порошенко. Все-таки вертикаль власти Порошенко, вот эту вот ужасную, которая реально, ну, но Руслан на себя ей испытал. На себе. Власть Порошенко преобразовалась во власть Зеленского. То есть на таможне как брали, так и берут. Только это все... Политически он сломал. Бутылку не сажают, а весна пришла, сажать не мают. Только это все еще... Будут. Только это все превратилось еще в такую фантасмагорию иезуитскую, да, когда там 529% премии оклада замминистра дописывает там. И главное, что самое иезуитское, что они не заокругляют проценты, они так делают проценты такие, чтобы полностью фонд заработной платы выкористать. Один из заместителей на Бутом, девушка прекрасная, себе 300 тысяч пишет. И это они публично заявляют и говорят, ну как, у нас же высокие зарплаты. И они тем самым демотивируют в принципе всех тех, кто за это выступает. Я тоже выступаю за высокие зарплаты чиновникам. Кому? Но только, чтобы это было все-таки в рамках логики. Знаете, что? Что ж вы творите? Керівник Укргідроенерго отримав півтора рази більше, ніж американський президент Дональд Трамп. Ви розумієте рівень рішень Дональда Трампа і керівника Гідроенерго, де майже всі гідроелектростанції є збитковими? Вони либо безумні, либо глупі. Ну, тобто, либо вони безстрашні, либо глупі. Вони умні дуже. Вони уничтожають страну нашу. І нас з вами уничтожають. Сьогодні я йшла на канал, і бабушка підійшла ко мені, говорить, купи мені, будь ласка, молочка. И я говорю, и все, она, а можно булочку? Я ей купила 2 бананчика, булочку и молочко. Она плакала, стояла, меня за руки держала. Я не согласен с тем, что нас уничтожают. Я была готова отправиться сейчас обратно вот туда, куда, откуда я пришла. Там я в правительственном квартале была. И дальше я как пацифист не скажу, что, какие у меня мысли возникли. Украина как раз в нормальном поле развивается. И благодаря тому, что мы можем это обсуждать и исправлять те ошибки, которые происходят. А у меня для вас есть на завершение дуже оптимистичный сюжет. Идем далее. Найбільше публічне знищення алкоголю. Зараз ви бачите на екранах, як представники спеціальної комісії виливають підроблену горілку. Знищили майже 40 тисяч пляшок самопалу. Вартість товару складала 4 мільйони гривень. На події був присутній міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, невідомо, що могло статися від потрапляння такого самопалу на прилавки магазинів. Ми знаємо той анекдот, що коли, скажімо, дали підроблений самогон, то там отравилися, відповідно, депутати і тому діє. Ні, якщо чесно, я не розумію, для чого псувати, можна було перегнати і використовувати там в медичних цілях і тому подібне. Це просто, і тим більше, коли міністр, може такий піар? Я согласна. Вот пусть даже выливают. Я вообще категорически против спаивания населения, наркомании, заезда в здоровый образ жизни, чтобы наша молодежь была в спортзалах, а не, извините, бухала. Поэтому тут я могу поаплодировать вашей родине. И должны повторить в каждой области это. Но с точки зрения, конечно, можно было бы чуть-чуть и на камеру сделать и переработать для спирта и для борьбы с коронавирусом. Там, я не знаю. До речи, це спирт, по-моему, чи не найкращий дезинфікатор. Тобто він дезинфікує. Если это не спирт,
тот, от которого умирают. Ну, вы знаете, метиловый, да? Знаю. Да. Если это... Полгода команда Зеленского и «Слуга народа», они успешно создавали мифологему, которую поддерживали. Но им надо что-то делать, потому что... Ну, за обмен, скажем, наручниками это супер был. Потому что... Вот опять же, по инсайдерской информации, там есть закрытые данные. Вот есть публичные социологические данные, а есть закрытые. Да? И вот по закрытым данным там потери уже 10%. То есть за январь 10% рейтинг ушел вниз. То есть 25-30, там, до 40% уже недовольны политикой Зеленского. 50 плюс довольны. То есть очень это шаткое... По одной, а по другой уже меньше половины. Очень шаткое положение. Кино, алкоголь, я розумію, здорова нація, здорова молодь. Але з іншого боку, коли держава, і ми розуміємо, що самі денатурати, оті всі підробки, вони завжди кришувалися поліцією, ну, перед тим міліцією. Кожен участковий знає, де в нього, як то кажуть, хази, точки, де розповсюджується оцей всій фальсифікат. І, до речі, я тут погоджуюся, Україна, по-моєму, чи не лідер, власне, в тому, в кількості смертей, відживання от тих фальсифікатів. Та і в ПТЄ ми теж в лідерах. Гаразд, час нашої такої емоційної, але змістовної розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політик і в минулому депутат Дніпропетровської облради Вікторія Шилова. Та політичний експерт Олексій Біловол. Ми їм дякуємо за розмову. Через коротку паузу ми повернемось до ефіру, тож дочекайтесь.